О капризной царевне и простом рабочем. Одна капризная царевна всем женихам отказывала и повелел царь выдать ее за первого встречного. К счастью, встречным оказался не поезд, а простой рабочий. Бабочка, бабочка, прости меня, дуру. Не надо за простого рабочего. Не хочу за простого рабочего. А что я могу сделать? Я ж слово дал, царское. А у нас государство как-никак правовое. Ну, считается. Иди. Папулечка, мой родненький, мой единственный, бабочка, мой коротенький. Ну, прости меня, пожалуйста. Не надо, только не за простого рабочего, папка. Ну, хорошо, я пойду с ним попробую поговорить. Ну, не реви. Папусик. Ну, все в порядке. Я с ним поговорил, оказался отличным парнем. Но... Спасибо, папусенька, спасибо. Будем. Пожалуйста, отличным парнем. Так что ты теперь выйдешь замуж не за простого рабочего, а за слесаря 6-го разряда. Здравствуйте, Вася. Простите.